Вместо кофе с сахаром – проверка крови. На фудкорте торгово-развлекательного центра собрались желающие узнать о состоянии своего здоровья. Причем на этот раз не только взрослые, но и дети. Уровень холестерина, сахара и глюкозы, артериальное и внутриглазное давление, состояние работы сердца, индекс массы тела, объем и возраст легких, комплекс мобильного обследования приличный. Узнал на сайте, прочитал объявление и решил прийти проверить здоровье. Здоровье – это самое главное для человека, и без здоровья человек никак не справится. Людей было, конечно, многовато, но вообще оперативно работают. Все так проверили у нас, что у нас проверяли? Рост, вес, это самое, электрокардиограмма, внутриглазное давление. В общем, все проходили полностью профилактическое, это самое, на холестерин кровь проверяли. И кровь взяли, и сердце проверяли. Ну что еще-то, все вроде проверили, молодцы. Глазное что-то дно проверили, молодцы, мне понравилось. После скрининга врач дает рекомендации по профилактике здоровья, а также направляет людей с выявленными отклонениями к терапевту в поликлинику по месту жительства. Благодаря мобильной диагностике уже обследовали более 2000 жителей края. Очень много заболеваний выявляется, очень много, и повышенный холестерин, повышенная глюкоза, сахар. Даже люди и не подозревают об этом, что сахарный диабет или преддиабет, нарушение толерантности глюкозы. Мы рекомендуем обратиться к терапевту. Если необходимо, терапевт направляет к эндокринологу. Тех, кто не успел обследоваться, ждут в ТРЦ «Парк» 30 и 31 мая с 9:30 до 15 часов. При себе необходимо иметь паспорт или свидетельство о рождении, полис ОМС и СНИЛС. Обследование проводят бесплатно. София Ценко, Дмитрий Денисов, «День с толком».